Віддавати свій вільний час на потреби інших і благо суспільства – це рішення людей, яких ми сьогодні часто із задоволенням називаємо волонтерами, тобто добровольцями. В нашій країні цей рух пожвавився із початком бойових дій на Сході, хоча існував і раніше. Сьогодні є офіційні громадські об'єднання, великі фонди, гучні імена, а є волонтери-одиночки і невеликі скромні команди. Наші гості – люди, які вибрали адресну допомогу. Зараз про це і будемо говорити. В студії сьогодні волонтер Світлана Волович і Валентина Проніна – психолог. Добрий вечір нашим гостям. Добрий вечір. Слышали, как я вас представила. Да. Все правильно. Угу. Рассказывайте, чем вы занимаетесь, почему выбрали именно адресную помощь, почему такой вид для вас предпочтительно оказался. Кто первый? Выбирайте. Ну, давайте я начну, да. Мы этим видом помощи занимаемся года полтора, наверное. Вот с тех пор, как, естественно, началась война, мы начали помогать прежде всего военнослужащим, ребятам, которые добровольно или по призыву уходили на фронт. Вот, и когда начались особо большие потери, вот, мы, конечно, столкнулись с тем, что понадобилась помощь и самим семьям. Семьям, которые потеряли близких в этой войне. Наша небольшая волонтерская группа была создана Александром Черниковым. Угу. Вот, естественно, я думаю, многие знают это имя. Это наш журналист. И Саша вокруг себя сплотил людей, которые помогали сначала 9-й роте 25-й бригады, а затем, когда у него его побратимы получали ранения или погибали, он решил, естественно, помогать их семьям, женам, детям, которые остались. Вот. И мы, безусловно, откликнулись на это и стали помогать. Вот. Поэтому до сих пор мы общаемся с семьями, которые, скажем так, первые попали в поле зрения вот Саши сначала и потом нас. И мы сдружились, можно сказать, с этими людьми к беде, к нашей общей. Александр тоже погиб. Вот. Но мы продолжаем общаться с mm-hmm. его женой, с дочкой, славной Леночкой. Вот. И понимаете как, изначально был у всех порыв, как бы мы не могли уже сидеть у телевизоров и просто смотреть и плакать. Да, вот я как вот женщина, да, как мать, жена, я не могла просто вот эмоции свои, мне хотелось выразить какой-то конкретной помощью. И мы начали там встречаться с семьями, мы ездили в Гвардейское, в Черкасское, где особенно сосредоточено много семей военнослужащих, это такие вот, можно сказать, закрытые военные городки, да, угу. И там проживает очень, ну, большая часть людей, это семьи военнослужащих, как раз там были самые максимальные потери. Вот. И ты, когда въезжал в эти городки, ты ощущал прямо физически присутствие боли и горя. Когда идут женщины с колясками, в черных платках, да, ведут детей, детей много, детские городки, школы, дома офицеров, все для этих детей, да, создавалось, строилось. Но ощущение вот этого горя, оно достаточно гнетуще там вот чувствовалось. Угу. Вот. Я вас правильно понимаю, что, наверное, вначале это была помощь материальная? Да, да. Сейчас это уже выросло, скорее всего, в помощь моральную, да, да, наверное. Да, такую. Да. Понимаете, мы через материальную помощь хотели как-то выразить изначально, что нам не вся, не как бы мы не можем оставаться в стороне, да. Угу. Мы привозили изначально материальную помощь там, в виде там, продуктов, вещей, концтоваров детям. Потом к нам обращались и за лекарствами, да, если какая-то ситуация сложная финансовая, и мы и финансы искали mm-hmm. для того, чтобы помочь семье, пока не начались выплаты государственные, пенсии, пособия, эти семьи не понимали вообще, что с ними будет, как развернется вот эта вся ситуация. Но затем помощь расширилась, скажем так, до какого-то культурно-социального аспекта. Мы стали предлагать этим семьям организацию отдыха детям. Например, детям, женам, да, мы проводили праздники, вот в прошлом году тоже новогодние какие-то, утренники, посещение семьи с Дедом Морозом, Снегурочкой, mm-hmm. там приглашение на утренники какие-то в город,
Вот. И сейчас это у нас уже на постоянной основе. В нашей небольшой волонтерской группе создано два проекта. Это проект «Шухлядка», как мы ее назвали. Мы в Черкасском сделали постоянный пункт помощи семьям. Это как бесплатный магазин. Шухлядка что-то собирает. Шухлядка все да? время собирает и раздает. Угу. Это как бесплатный магазин для помощи вот этих а что, семьям. А в чем нуждаются? Что собираете? Что собираем вещи, прежде всего одежда, обувь, потому что детки растут. Растут очень быстро. Мамы просто не успевают их одевать, обувать. Вот, поэтому все неравнодушные граждане передают через нас эту помощь. Угу. Мы как посредники получаемся. Вот волонтеры, я считаю, сейчас такой посредник между обществом и между теми людьми, которые в помощи втянуты в этот конфликт военный. Угу. Да? Вот, и мы вот как посредники добра, я называю это. То есть мы передаем эту помощь, ту, которую люди хотят помочь, но не знают, как и кому. Угу. Вот, вот проект «Шухлядка» у нас такой есть. И есть проект второй, это клуб выходного дня. Когда мы приглашаем, привозим семьи в Днепропетровск или выезжаем туда, привозим спектакли или приглашаем сюда. Очень многие откликнулись на наш проект. И частные, такие как бы культурные центры. Желающие помочь. Желающие помочь, да. И государственные театры, выставочные залы, музеи. Угу. Потому что мы считаем, что эти семьи, они, ну, для меня это как генофонд души Украины. Вот они потеряли близкого человека в этом конфликте. Это сейчас история на наших глазах, в общем, да, вот складывается с нашей стороны. И в этих семьях будет легендой потом, наверное, да, как вот ушел близкий человек. И эти дети, они, по сути, ну, сейчас немножко как бы, да, нуждаются немного в поддержке. Мы не можем заменить отца, естественно. Конечно, а вот к Валентине вопрос. Угу. Есть такое понятие, как адаптация потери. Угу. Потери. Прошли уже этот или проходят этот момент? Это сложный очень момент, да, когда семья или жена или ребенок должны или да. не могут справиться с да, новой ситуацией. Да, горе — это тяжелой. Естественный процесс. То есть его очень важно, естественно, прожить. И в нашем обществе существует очень много мифов о том, как его надо проживать. Вот, вот ты помолчи, вот ты успокойся. То есть вот эта житейская психология, нет, да. она не позволяет нормальному течению горя. Угу. И наши люди достаточно не приучены к тому, что можно обратиться к психологу. И мы столкнулись с тем, что вот я, допустим, как летом 2014 года пошли первые потери серьезные, очень много горя вокруг появилось, вот этих семей, которые потеряли своих близких. Столкнулись мы, психологи-волонтеры, столкнулись с тем, что мы обращаемся к ним, они говорят, нет, мы нормальные, не нужно, нам не надо. Да, да. То есть это очень сложно вот переступить эту грань, объяснить и помочь людям принять эту помощь. И так получилось, вот, что вот мы со Светой каким образом познакомились. Я поняла, для того, чтобы эти семьи прониклись доверием, захотели принять нашу помощь, нужно как-то с ними предварительно познакомиться. И мои друзья, их смены, буквально один клуб, потом узнали второй клуб, они предложили Вале, давай мы твои семьи покатаем. Это было так здорово. И мы 2 месяца вот с ребятами приглашали их на яхты, приглашали их на катамараны. И вот таким образом мы со Светой пересеклись, да. и мы поняли, что мы делаем одно большое, очень важное дело. Вот есть какая-то технология? Я сказала, есть, что ее нет. Есть. Ну, конечно, вы как специалист да, знаете. Да. Да, что нужно? Деле... Нужно говорить, нужно как признать потерю, признать и ну, смириться, наверное. Да? Вот, я даже не смотрите, знаю, как правильно сказать. Это происходит не быстро. Вот как ребенок долго созревает и рождается. Угу. Точно так же горе – это естественный процесс, который длится долго, ну, минимум год. То есть и человек может его проживать. Если ему не мешать, то вот он плачет, он рассказывает, он чувствует поддержку. Не надо ему запрещать это делать. И если этот процесс идет естественным образом, то уже в течение года уже это, человек проходит все эти стадии горя. То есть это нужно пройти. Боль это станет тише, но никто никого не забудет. То есть человек просто научится жить, у него появятся новые смыслы и научится жить с этой потерей. Девочки, очень тяжелую работу вы делаете.
оказываете помощь другим. Я думаю, что помощь нужна и вам, мне так кажется, да, наверное, нет такой ситуации, не может быть в данном случае, что вот ничего вам не нужно, все есть, и желающих очень много помочь вам. Что, в чем нуждаетесь, что вы приняли с радостью, в чем нужна помощь вам, вашей организации, вот вашей группе? На самом деле нам очень многие помогают. Мы хотим прежде всего поблагодарить каждого, всех, при том помогает весь мир. Это настолько здорово, насколько люди у нас откликнулись на чужую беду. Мы общаемся с Израилем, с Германией, с Италией, с Канадой, с Голландией. То есть вот везде, где есть украинцы, они не забывают о нас, о наших детях. Вот сейчас, например, мы готовим новогодний утренник для детей, и мы ждем подарки со всего мира для них. Вот, поэтому признательны за любую помощь, от маленькой игрушки там до каких-то финансов, которые выделяют в случае, когда нужно помочь или раненому, или семье его, или всем, кому мы пытаемся помогать. Вот. Ну, в частности, сейчас мы, в общем, готовим наше помещение, наш офис, для того, чтобы принять там достойно наших гостей. Поэтому будем признательны, если это будут какие-то новогодние игрушки, какая-то мишура для того, чтобы мы красиво украсили наше помещение. Да, у нас будет самый лучший Дед Мороз и Снегурочка в Днепропетровске. Само собой. Вот, да, у нас, я думаю, что мы сможем сделать хороший праздник. Ну вот, в принципе, вот в чем-то таком, конечно. Как вас найти? У нас достаточно отзывчивые зрители, поэтому я думаю, что отклик будет на вашу просьбу. Как вас найти? Может быть, куда привозить можно? Или только по телефону с вами связаться? Расскажите, как. Наверное, может быть, или если можно, на 9-й канал. Да, чтобы сюда. Мы дружим, да. Поэтому мы с удовольствием подъедем, возьмемся. Я думаю, что вы как бы... И до которого времени это актуально? Праздник у нас будет 27 числа. Я думаю, выходные там, да, 26-го мы хотим уже украшать зал. Да, то есть до 26-го, да, до 25-го числа мы будем очень рады, если жители нашего города тоже откликнутся. Ну, у нас достаточно много, да, ожидается людей? Сколько у нас уже сейчас 50 человек у нас согласилось приехать. Вот, притом мы делаем акцент больше даже на области, на районе. Вот, потому что все-таки Днепропетровск культурный центр, да, здесь есть много мест, куда можно повезти, сходить. Поэтому у нас есть Синельниковский район, Новомосковский район. Вот мы оттуда в основном хотим привести наших деток с мамами. Вот хочу еще сказать, что кроме того, что у нас нам помогает общество, волонтеры, нам очень помогает сейчас наша власть. Мы очень признательны обладминистрации, в частности, советнику Ольге Горб, вот, советнику нашего губернатора Резниченко. Они всегда на все наши инициативы отзываются очень положительно и очень помогают. В организации, например, праздников наших, они предоставляют транспорт. Вот, поэтому мы чувствуем поддержку не только граждан, да, вот наше общество меняется, но очень радует, что меняется и власть. Меняется, правда, потому что в прошлом году, я помню, на Новый год, когда я практически выбивала для семей наших пригласительные, вот, они шли, но они с опаской шли на это, они ничего не понимают, что такое волонтер, почему какой-то чужой совершенно человек звонит в горсовет, в культурный отдел, просто с улицы, что называется. И не понимали, как реагировать, но шли на это. В этом году я уже вчера с радостью узнала о том, что из райисполкома позвонили атошнику и предложили, чтобы его ребенок пошел на каток. Меня это, например, очень радует. Ну что, на сегодня все, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам, спасибо, во-первых, за то, что делаете. Я очень рада от вас слышать вот такие позитивные оценки и деятельности людей, и деятельности власти. Надеемся, что так будет, и что ситуации, когда люди нуждаются, особенно вот в военной теме, она все-таки уйдет из нашей жизни, и таких людей будет меньше. Спасибо вам еще раз за участие. Спасибо. Я ще раз нагадую нашим глядачам, у нас у студії були волонтер Світлана Волович і психолог Валентина Проніна, говорили про волонтерство. Рухаємося далі.